Казанский Акбарс в привычном для себя ураганном темпе начал матч в среду против ЦСКА, но с реализацией созданных моментов дело в первом периоде не заладилось. На второй после перерыва минуте Прохоров, позабытый на пятачке, открыл-таки счет, пробив Царева. Но любезность за любезность и получивший свободный доступ на хозяйский пятачок Кириленко восстанавливает равенство. А на шестой минуте уже третьего периода Матков дальним броском застал врасплох Ячанова. Акбарс почти вдвое перебросал гостей, 35-19, но спасти встречу казанцам не удалось. Команда Бориса Михайлова, похоже, все-таки сумеет попасть в число 16 сильнейших.